Клещи пока не отступают. В некоторых районах Красноярска прогулки по-прежнему опасны. Роспотребнадзор даже обязал мэрию дополнительно обеззаразить территорию мясокомбината и Солнечного. В этом году в Красноярске за счет бюджета уже обработали больше 400 гектаров земли. Такой большой объем работ проделали впервые, признаются в мэрии. В целом активность членистоногих постепенно снижается. За прошедшую неделю в Красноярске с клещами в больницу обратились 168 человек. Это на 35,5% меньше, чем на прошлой неделе.